over my head with some sticks. Those sticks were not wooden, they were a bit soft, they were softer. However, those beads... Это было ощущение, как будто мне льют раскаленный металл на лицо, и единственное, чего хотелось, чтобы это прекратилось, или чтобы они взяли... В общем, это был очень высокий болевой порог, и совершенно... Ну, после этой пытки они заставляли меня говорить на камеру, что я шпион Америки, что я шпион ЦРУ, что мне дают американцы деньги, что Автомайдан это все проплачивают американцы, и что специально меня наняли для того, чтобы я создавал весь этот Автомайдан и беспорядки против нынешней власти. После такой пытки я говорил на камеру то, что они просили, и они записали все это на видео.